Друзья, всем привет! Мы находимся в Лос-Кампало, Лиговский 109. У нас сегодня шикарная подборка, очень яркая. Не удивляйтесь, что она такая немножечко летняя. Это Liberty и аналоги Liberty. Но многие ездят, тем не менее, в отпуска и зимой тоже. И кто-то готовится заранее к лету. Поэтому сейчас у нас будет первая часть, и потом еще вторая. Так что смотрите обе. Итак, первый наш вариант. Это хлопок, 100%, 1490 цена его, Лора Пьяна, шикарное качество, это поплинчик, такой хорошей плотности, он не просвечивает, тем не менее, очень легкий, хорошо подойдет как на рубашку, так и на легкое платье. И яркий, очень жизнерадостный принт, кстати говоря, не мнется. Мерсеризованные хлопки имеют свойство не мяться. Вот как раз это один из них. Шикарное качество, что, в принципе, свойственно для Лора Пьяна. Переходим к следующему нашему варианту. Это... Сейчас сразу покажу характеристики. Так, это Liberty. Обратите внимание, что тут небольшая ширина 180 сантиметров. 2850 цена, 100% хлопок. Ну и, конечно, кто уже сталкивался с одеждой Liberty, либо с тканями Liberty, понимает, что это за качество ткани. Шикарные шелковистые тоненькие хлопки, которые не просвечивают. Для идеальной рубашки, либо очень легкого платья, также может быть даже комплекта какого-то. Или супер классной такой рубашки качества люкс. Следующий наш товарищ – это хлопок Liberty тоже. Тут ширина стандартная, 142 сантиметра. И вот этот хлопочек, он более плотный по сравнению с предыдущими, более хрустящий и немножечко формодержащий. Тем не менее, это все-таки все равно плотность рубашечная, но, знаете, такая уже прям плотная. Формодержащие. Вот кто, кстати, любит такие платья, формодержащие из плотного рубашечного хлопка в базовых цветах, советую обратить внимание на него. Хороший базовый вариант, который впишется в любой ваш гардероб. И можно будет сочетать с чем угодно. Так, а следующий вариант такой более пестрый, более, тоже можно сказать, наверное, жизнерадостный, хрустящий. Не просвечивающие, тоже относится к плотным хлопкам. Он не тонюсенький, он такой хороший рубашечной плотности. Характеристики на вашем экране. Стандартная ширина 140 сантиметров. Это Liberty, абстракция, 100% хлопок. Следующий наш вариант. Можно даже его отнести к мужским хлопкам, хотя, в принципе, я бы не привязывала его к определенному полу, потому что многие девушки, женщины любят тоже серую гамму. Например, мне очень симпатичен этот хлопок. Я обожаю серую и бежевую гамму, такие монохромные цвета. И вот тут тоже довольно плотно рубашечный хлопок. То есть он подойдет хорошо для платья, также для комплекта легкого. Такой можно рубашка, что-то в стиле рубашки-пиджака, что-то среднее. Знаете, шьют, когда воротник от пиджака, но с манжетами, как у рубашки. В общем, классный базовый вариант как для мужской плотной рубашки, так и для женского хорошего платья. А, характеристики мне подсказывает Юля. На вашем экране Liberty. Кстати, тут хорошая скидочка, обратите внимание на этот вариант. Так, следующий вариант Liberty. Вот он, кстати, более такой шелковистый уже на ощупь. А, это не Liberty. Но по качеству, кстати, очень приятный мерсеризованный хлопок. 1680 цена его. Он мягкий, приятный, не такой хрустящий, но, тем не менее, шелковистый и не мнется. Что самое главное. И вы знаете, хочу сказать, что очень легкий просвет тут присутствует, но в
принципе, допустимый, если носить, допустим, это будет костюм в пижамном стиле, носить его с телесным бельем вполне можно, и в городской среде в том числе. Ничего в этом такого страшного абсолютно нет. Следующий вариант. Liberty. 100% хлопок. Смягченный, тоненький, легкий по плотности, как предыдущий вариант. Тоже такой тоненький. Хотела бы сказать, что есть просвет, но, честно говоря, вообще не вижу просвет руки, хотя хлопок тонкий. И шикарное шелковистое качество Liberty, мерсеризованный хлопок, который не мнется, яркая расцветка. Присмотритесь к этому варианту также на детскую одежду. Следующий наш вариант. Вот такой вот классической расцветки, мелкий узор, свойственный для Liberty, коричнево-бордовый цвет основы, 148 ширина стандартная. Сам по себе хлопок относится вот как раз-таки к этим плотным рубашечным хлопкам, хрустящим, и тем, которые хорошо подойдут на платье, которое должно немножечко держать форму. И, кстати, очень здорово платье-рубашка будет также. Сейчас очень много брендов, которые выпустили. Да, практически каждый второй в коллекциях выпустил платье-рубашку в разных вариациях. Советую посмотреть коллекции разных брендов, вдохновиться и сшить что-то свое. Следующий вариант от Liberty. Прошу прощения, это Лора Пьяна. Вот такой вот веселый, яркий принт. Кстати, тоже как для мужских, так и для женских рубашек. Ну, мужских таких, я бы сказала, веселеньких, для веселых мужчин. Тоже не мнется. Мерсеризованный хлопок. Классный, тонкий, легкий. Для платья также хорошо подойдет. Но имейте в виду, что это не из тех формодержащих хрустящих хлопков, а как раз таки такой смягченный, очень легкий, на супер жару будет идеально. И цена у него, кстати, тоже довольно приятная, 1490 рублей для такого шикарного качества. Следующий вариант. Хлопок 100%, 1450 цена, ширина 145. Данный хлопок такой формодержащий, смяти у него немножечко есть. Но благодаря принту смятие, кстати, не особо сильно видно. Идеально для рубашки, для комплекта, для пижамы. Средняя плотность, просвета практически вообще нету. С телесным бельем можно спокойно без носить, точнее, с, но в город. Вот такой вот вариант. Ну что, а мы сейчас переходим к съемке второй части. Надеюсь, что вам понравилась первая часть. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх и пишите комментарии. Будем рады здоровой критике.